Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Райм, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт, и как вы можете заметить, я коза. Дело в том, что мы сегодня с вами будем помогать Юни, поскольку она попала в беду и сейчас находится на самой высокой горе. Как хорошо, что мне повезло, и я как раз таки живу в этих краях, потому что я горный козел. Гребаный градус затащил меня сюда, пока я спала. Что мне делать, у меня нет никаких вещей. Не переживай, Юни, сейчас я тебя спасу, по этим горам я могу прыгать и бегать бесконечно, поскольку это чисто моя стихия. Так, опа, разгоняемся и прыгаем в воду! Помогите кто-нибудь! Еда! А, ты меня видно? Вот, держи сыр! Держи сыр, козий сыр! О, от испуга сыра мне дала. Да. Подождите, коза? Она коза, что ли, на новых версиях? Я на новой версии? О, меня градус перетащил с 11.2 на 1.17. Ну и кровать мою перетащил сюда. Да, Юни, так, пойдем за мной. Слушай, козочка, может, дашь мне побольше сыра, я расплавлю его и сделаю лестницу. Что это? Так не работает. Давай я просто дам тебе лестницу. Держи. Ты уже сама все сделала. Какая умничка. Так, кровать я заберу, она моя. Ладно, мне не собирался трогать твою кровать. Где-то неподалеку есть ее деревня, по-моему, в той стороне. Как спуститься? Тут воды нигде нет. Так, ладно, сделаем проще. Иди сюда. А, блин, главное самому не упасть. Вот так вот спускайся. О, водопад прям при нас появился, козочка. Как нам повезло с тобой. Да, действительно. Блин, я постоянно издаю какие-то смешные звуки. Опа. Ну что ж, пойдемте проведем ее прямиком до деревни. Побежали. О, ты знаешь, где я живу? Да, конечно. Твоя деревня находится прямиком вон там вот. Побежали. А, блин, я так устала идти по этим горам забираться. И еще воздух странный, там все ноги теперь болят. Может, это ты меня подвезешь? Подвезти? Ладно, садись. Погнали! Погнали. Ой, так ничего не видно, это ладно. Это ламба, а это пера. Райм это коза, а коза это Райм. Ой, что-то знаете, довольно-таки медленно у нас продвигается все. Полетели! Что? Летающая коза! Это был мега прыжок. Это коза бабки! Нет, не переживай, я не коза бабки. Все, слезай с меня, слезай, мы в деревне. Как в игре про козу! Так, а куда она делась, черт? Я ее не вижу. Стоп, это она или это? Это зомби! Зомби начинают нападать на жителей, черт. Мне нужно с этим что-то сделать. Как же хочется спать. Юни, так, а где она? Надеюсь, эта коза ушла. Буду спать и здесь. О, черт, неужели она действительно меня испугалась? Где она? Ну-ка. Надо ей осветить комнату, чтобы ее не потревожили монстры. Вот так вот. А-а-а! Коза меня преследует! Она расставляет факела для какого-то ритуала дьявольского 100%! Она с ума сошла. Так, подожди, там зомби! Так, где меч? Где козий меч? Мне нужен козий меч. Вот и он. О, блин, слишком темное место. Юни, не переживай. Получай. Ух, с двух ударов убили. Юни, что с тобой не так, господи? Может быть, ей дать еще немного сыра? Давайте дадим. Коза, зачем? Отстань от меня. Я не отстану от тебя. Так, опа, держи. Оп. О, я как раз хочу кушать. А вдруг это сыр заклинает меня потом, чтобы я служила этой козе вечно? Ладно, коза, говори, что делать. Она со своей бабкой совсем... Стоп, что? Серьезно, так просто? Ладно, видимо, она действительно в это поверила. Так, иди спать, пойдем, надо тебя отвезти спать. Я иду за тобой. В колодец прыгать? Хорошо, нет, в колодец. Ни в коем случае, выбирайся отсюда, выбирайся. Так, ты очень сильно мекаешь, я думаю, ты недовольна. Да, я недовольна, вернее, недоволен. Слушай, козочка, молоко можно? Молоко, да, заходи домой. А можно я тебе подаю? Так, ладно, иду вот без этого, держи молоко. Отлично. И давай спать, быстрее. Я хочу есть. О, господи, держи еще сыра. Ты мой бесконечный источник еды, спокойной ночи. Да, не только еды, спокойной ночи, а я буду тебя охранять вот здесь вот. Блин, из-за того, что я прыгаю, довольно-таки неудобно передвигаться по дому. Так, давайте пока что сделаем вот так, ребят. А пока я тут все вот это делаю, пока Юни спит, вы можете прямо сейчас подписаться на канал и поставить лайк. Ведь трек уже совсем скоро выходит у меня на YouTube-канале. Поэтому, если вы его ждете, то напишите в комментариях и, конечно же, влепите лайкосик. Мир такой огромный, земли давный. Что она там напевает, не понимаю. Ладно, а вы Бува. О, наступил день. Кажется, я как будто бы поспала всего 5 минут, не выспалась. Блин, надо ей дать для защиты. Кошечка, что тебе нужно сделать? Давай делать какие-то обряды, давай, я готова служить тебе вечно за сыр и молоко. Так, давай быстрее на меня, садись, побежали, нам нужно спасти этих жителей от зомби. Зомби, это твои... Убил ее. Что я сделала не так? За что?
съел, нет, 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 нужно ее как-то задобрить. Кстати, а ты коза или козочка? Как понять? А то я не понимаю, может, она, оно... Так, подожди, ей нужны изумруды, вот, держи изумруды. У меня, кстати, сейчас русский язык стоит, написано, что это семя пшеницы. За кого ты меня держишь, козочка? Черт, ладно, так, это тогда держи много железа, сделай себе железную броню. Железо, я сделаю много железной брони. Так, мне нужен верстак, 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 верстак. Сейчас я тебе дам верстак, не переживай, вот, держи. О, верстак сам сделал, видел, козочка? Да, 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 абсолютно сам. Я хочу сделать много нагрудника. 8. Да она что, дурная, что ли? Не, ну она дурная, ты что наделала, блин? На, еще, еще, еще. Зачем еще? Тебе столько еще? Нагрудников? Еще? Ведь ты могла сделать целый железный сет, еще у тебя одни инструменты бы остались. А, господи. Ладно, почему бы и нет, пусть будет. Надо ей как-то сказать, что не она мне служит, а я ей. Так, пусть она тут пока что собирает пшеницу, а я знаю, как ей это сделать для тебя, приятно. Козочка. Ты ешь морковку? Да, ем, наверное, да-да, отвали от меня. Вот бы мне сейчас кроликов, они точно едят морковку. И как она угадала? Господи, я прямо сейчас в своем доме спавню куча-куча-куча кроликов. Опа, сейчас, когда она вернется домой, она просто офигеет. Пойду погрышу у себя на кроватке, потому что кроликов нет. Кролики! А, она их всех выпустила, черт! Офигеть, я что? Джин, я выполняю свои же желания? А, ну, практически, да. Правда, она не понимает, что это делаю я. Наверное, ты мне подарила столько кроликов за хорошую службу, да? Ну, господи, ладно. Раз ты не могла я себе... Знаешь, я знаю одно заклинание очень интересное. Для него нужен редстоун. Да, да, обязательно. Мы с этим разберемся. Пойдем, пойдем за мной. Это моя цель на сегодня. Я хочу показать, что я умею. Я думаю, тебе понравится. Это прям подходит для тебя. Ну, чтобы ты так часто не умирала, я дам тебе козиную броню. Козлиную, вернее. Это броня из козы. Ты что, теперь без кожи? Ну, можно и так сказать. Надевай. О, вау, я модная. Смотри, какая. Я похожа на Тора. Где мой Мьёльнир? Вот он. Кто его погрыз? Я, ну, блин, хотелось кушать. В горах не так много еды. Давай садись на меня. Знаешь, нам нужно куда-нибудь с тобой отправиться путешествовать. Но я ничего не вижу, у меня шлем глаза загораживает. О, я вижу кролика. Нам нужна еда. А, точно, это же Юни. Нельзя убивать кролика при ней, потому что тогда она убьет меня. Ну что ж, я думаю, что нам стоит полететь обратно. Стой, 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 куда ты меня ведешь? В шахту, я надеюсь, потому что я хочу растов. Коровы. Коровы, Еда, еда, еда. Кожа, кожа, кожа. Зачем тебе коровы? Коза, коза, где ты? Я здесь. Я сейчас подарю тебе кое-что, тебе понравится. Окей. Я дарю это только самым важным людям. Да, и козам. И козам. Ты что за мной повторяешь, да? Спасибо за кожаные штаны. Ладно. Погнали, погнали в шахту. Погнали. Сейчас мы там окажемся. Раз, два, три. Оп. Вау, обалдеть. Откуда тут столько алмазов и изумрудов? Никогда не видела, чтобы столько было много руды в одном месте. Куда ты меня привела, коза? А, не орит меня, это волшебная шахта. Все, успокойся. Это надо дать ей кирку. Так, козины кирки еще не изобрели, но есть алмазная. Да, спасибо за кирку. Это я тебе все добуду для тебя. Все, там лава. Все закроем. По-моему, ей нужен был редстоун. На него она пока что даже не посмотрела. Так, это вот. Мы сделаем тебе, коза, зеленые башмачки. Редстоун! Из изумрудов не делаются башмачки. Ладно. И надо перекрыть лаву. Сейчас я тебе помогу, не переживай. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все, о, теперь да, ты в безопасности. Да, да. Так, я не уверена, сколько нам нужно редстоуна. Наверное, точно не 13. Наверх сейчас выберемся, и я тебе кое-что покажу. Ну окей, погнали. Я построила алтарь для тебя, козочка. Алтарь для меня? И что это значит? Ну давай, вставай в серединку, сейчас кое-что будет. Окей, ладно. А вот было. Что? Что со мной стало? Да. Ты даже лучше, чем я думала. Я хочу тебя убить. Ты что меня бьешь? Вообще-то я твоя хозяйка, я тебя призвала. Крушить все на своем пути. Блин, да что ты ломаешь-то все? Кажется, все пошло не по плану. Козочка, как же сыр, молоко? Ты что все рушишь? Убить. Да не бей меня. Блин, кажется, нужно проводить обратный ритуал. Правда, я не знаю как. А еще крипер сейчас дорвет все. Эй, ты, эй, хочешь сыр? Я больше не хочу тебя помогать. О, сыр, люблю сыр. А вы, Боба? А! Что было? Что произошло? Все нормально. Это я сломаю, пожалуй. Что? Нет, не ломай. Это было довольно-таки красиво. Козочка, с тобой точно все хорошо? Точно все нормально? Ты не чувствуешь, ну, то, что ты убить кого-то хочешь? Чего? Нет, держи сыр. О, сыр, отлично, все хорошо. Странно, а почему эта деревня вся разрушена? Ладно. Эй, Юни, ты где?
июне. Так, тут уже начинают спавниться монстры. Валечка! Ты где? Так. Валечка, что происходит? Почему так много зомби? Я не знаю. Блин, видимо, этот ее ритуал призвал этих зомби. Ой-ой-ой. Мне нужно ей срочно помочь. Так, получайте, получайте, глупые зомби. Мне нужно каким-то образом к ней допрыгнуть. Ну-ка, вот так, вот так, вот так вот. Давай, садись на меня. Я сяду на тебя, увези меня как можно дальше. А, черт, я упал! Нет, 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 нет. Ай-яй-яй, тут еще... Тут еще и скелет. Видимо, придется полететь. Ой, я никогда к этому не привыкну. Черт, я теряю управление, нет. Все хорошо. Так, слезай с меня, слезай. Зомби. Получайте, глупые зомби. Так, мы почти с ними справились. Нам срочно нужно укрыться. Так, я... Козочки. Что? Не важно, просто садись. Я не могу сесть на тебя, когда ты сидишь на ком-то. Нет, я могу сидеть, когда ты сидишь. Ладно. Да, побежали. Просто побежали отсюда. Я вижу еще кучу зомби, но нам надо где-то укрыться. Придется бежать в лес. Видимо. А, нет, я вижу там хороший домик. Так. А, я не могу взлететь! Мы слишком тяжелые. Черт. Я в блоках. Нет, не умирай! А, я пойду, короче, собака. Козочка, ты что-то прикол какие-то решил тут устроить. Нет, иди сюда. Давай, коза, поехали! Куда ты? Вперед, козочка, мы справимся! Нет, сейчас я... Они не справятся, это тупая коза, а я коза-помощник. Ну что ж, раз ты на козе, я буду на корове. Блин, хочу спокойной жизни, хочу алмазов, кучи всего. И почему все так происходит? Почему какие-то апокалипсисы? Не переживай, если хочешь мирной жизни, сейчас она будет. И оп, просто надо было попросить. О, что? Так можно было? Да, конечно, побежали. Найдем тебе супер крутой домик. Куда нам мне идти? Тут так, все разрушено. Нет. Я буду идти туда, куда ты смотришь. Я сзади. Ты слезла с меня, предательница. Что? Просто иди сюда, для тебя есть тут подарок. Можешь восстановить эту деревню, заняться фермерством и жить здесь в полном достатке. А зачем мне это? Зачем тебе сокровища? Ты же сама сказала, что хочешь жить в богатстве. Ладно, я со своими подружками-козами, значит, пойду уже отсюда. А ты... Живи тут, в общем-то, не тужи, так, пока. Я это переделаю и позову... Знаешь, я позову сюда строителя, они мне построят такую деревню за эти сокровища. Только кто мне восстановит деревню за васильки, за семена? Очень странно, ну ладно. А, господи, она опять переключила на китайский язык. В общем-то, ребятки, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был я, козел-помощник. Всем хорошего настроения, всем удачки и всем пока!